Артём Карасёв родился 21 июля 1984 года в Петербурге. Город на Неве остается главным в его жизни. Здесь он появился на свет, здесь он получил образование и сделал первые шаги в профессии. В семье Карасёвых актеров не было, да и сам Артём не собирался стать лицедеем. В старших классах он планировал, что будет учиться на факультете психологии. Но в 10 классе парень из любопытства отправился вместе с друзьями на кастинг какого-то сериала. Атмосфера на съемочной площадке так понравилась Артёму, что спустя полгода, получив школьный аттестат, он без малейших раздумий отнес документы в Академию театрального искусства. Поступил с первой попытки и был зачислен на курс талантливого театрального педагога и профессора Анатолия Шведерского. В 2006 году Карасёву вручили диплом о высшем театральном образовании. Творческая биография Артёма началась еще за 2 года до окончания учебы. Сначала он появился на экране в эпизодах мелодрамы «Невестка» и сериала «Московская сага». Но вскоре роли начинающего актера начали крупнеть. В картинах «План Б», «Дюжина правосудия», «Эра стрельца», «Волшебник» Карасёв сыграл заметные роли. А в 2008 году питерский актер снялся в многосерийном проекте «Передел «Кровь с молоком», где сыграл сына главной героини. В том же году его зачислили в труппу Санкт-Петербургского Александринского театра, на сцене которого он выступает и сегодня. Несомненной удачей для Артёма оказалась работа в популярном сериале «След пираньи». Здесь, как и в предыдущем фильме, ему доверили сыграть главного персонажа. С этого момента перспективному артисту все чаще предлагают главные роли. Ну а в последние годы Карасёву с интересными образами везет все больше и больше. В 2014 году на экраны вышел замечательный сериал «Испанец», тепло принятый зрителями и критиками. А в 2016 году поклонники увидели питерского актера в новом проекте под названием «Перчатка Авроры». И вот в 2017 новый сериал «Между любовью и ненавистью», где актеру поручили сыграть главную роль. Со своей будущей женой, актрисой Кариной Разумовской, Артём познакомился в студенческие годы. За год до окончания театральной академии эта красивая пара сыграла свадьбу. Но прожили актеры вместе недолго. У Карины карьера развивалась гораздо стремительнее, чем у мужа. Поговаривают, что профессиональная ревность сыграла роковую роль. Жена пропадала на многочисленных и затяжных съемках, а муж перебивался эпизодами и ждал ее дома. Возможно, были и другие причины, по которым этот брак развалился. Но Карасёв и Разумовская эту тему обходят стороной, считая слишком личной и болезненной, чтобы выносить ее на всеобщее обсуждение. Связующего звена в виде маленьких детей супругов не было. Сегодня личная жизнь Артёма – это по-прежнему закрытая страница. Артист не женат, но, похоже, не одинок, о своей избраннице он никому не рассказывает. В свободное время Артём любит путешествовать. Примечательно, что знакомиться с неизвестными местами России ему нравится гораздо больше, чем с дальним зарубежьем. Но где бы он ни был, в каких бы красивых городах ни бывал, родной Санкт-Петербург считает самым красивым городом в мире.